Ребят, всем привет! Мы находимся в аэропорту Минск-1, четвертый этап Беларуси по дрифту. Минск-1-дрифт, хэштег, все дела. Как обычно, все проспал, потому что в Минске вообще сбился полностью режим. Засыпаем 8 в 9 утра, ночью весь Минск гуляет, в обед куча встреч. Вот, поэтому вас ожидает такой слегка информационно-дрифтовый блок. Сейчас пойдем пообщаемся с Айком, с главным организатором, цепанем каких-нибудь пилотов, которые еще не уехали, так как мы в этом году, это наш первое мероприятие в Беларуси по дрифту, поэтому там вот народ палит тачку. Поэтому сейчас идем искать Айка, идем искать пилотов, спросим мнение, как чемпионат, что поменялось, остались ли все довольны и так далее. Погнали. ПДВ, блядь. ПДВ. Это почти как ПГВ. А как АДВ, только ФДВ. Как ПГВ. Тимоновская тема. ПВГ тогда. ПВГ, да. ПГВ это по-айковски будет. Да, да. ПВГ. Че, расскажи про чемпионат. Мы первый раз в этом году к тебе приехали посмотреть. Ты лошара, потому что чемпионат-то классный. Да. Ты лошара можешь запикивать. Да ладно, что я знаю, что я лошара, что я не катаюсь в этом году. Да не только кататься. У нас вроде бы все классно. Тебе понравилось, что мне рассказывать? Слушай, это всегда круто. Ну, всегда круто. Логойск был супер крутым. В моем понимании, дрифт он всегда крутой вот за кулисьем. Не то, что здесь гонки, ребята там катаются. Да, не, ну гонки тоже классные, зрители, атмосфера. Но потом вечером, когда вы собираетесь в гараже, кто-то начинает петь на гитаре. Ну, как вы вчера, да. Да, да, было. Первый прогресс. Только что придумал. ЧИМ-ВМТ построил из говна и пала, как березу на пушке, так как разъебалы. Как тебе поедет он, вы на дискотеку, будет дома крачевать, я на потеку. А мне все классно, когда я куда-нибудь приезжаю, потому что могу себе позволить поехать. Где в гараже там играет, вот в Красноярске тусил, ходил на релаксе, тоже там снимал. Плов, все. А сейчас, да? А сейчас ни хрена, все слишком напряги. Да, ну, довольны всем, все класс, погода класс, люди класс, заезды были. Почему не было Могилева в этом году? А потому что вот в том здании есть один чиновник, который очень много палок колес вставлял. Даже не выполняя указания своих начальников. Ну, потому что он бывший военный. Вот ему не нравится, что там следы мы оставляем, понимаешь? И мы получали несколько раз разрешение, подписанные документы. А потом он начинал все херить, находил до договора, он херил. Мы понимали, что мы теряем время, и подстава два раза, и сезон такой очень смазанный. Ну ничего, работу над ошибками сделаем. Буду работать, чтобы в следующем году там все было. Какие планы на следующий год? Что будет? 5 этапов чемпионата Беларуси и один этап Кубок Восточной Европы традиционно. В поисках новых площадок, новых локаций. Надо работать, как в молодости. Есть какие-то секретики, что где-то будет? Какие-то есть, что-то узнаете скоро, что-то нет. Будем искать, мы работаем. Я надеюсь, что в следующем году уже приеду сам ебашить. Ну, давай, да. Питер всегда рад. Он надеется.
Бывший владелец, молодец. Еще не бывшая, она до сих пор моя по документам. Да? Макс, а тебе разбили тачку. Да пиздец, блядь, сейчас счет выставлю. Че, бывшая, не бывшая Супра? Данчик, расскажи, что... Да, иди сюда. Иди сюда. Но вдруг мы найдем тебе спонсоров в моих блогах. Ну, давай рассказывай, что у тебя случилось. Дай бог. Ничего, все нормально. Так и было задумано. Так и было задумано? Да. Приехали сюда. Так в Сочи приехал, да, брат? Да, да. На радости. Что произошло? Да ничего, порвался шланг утром на тренировках на Гуре. И масло еще начало плестать в середине трассы. Попало на ремень. Соответственно, шланг лопнул. Гура вообще перестал работать. И блоки, когда колеса были, я ушел в бетон. Из-за этого, может быть, лопнул кулер. Мы просто могли это не увидеть. И в топ-8, в топ-16, когда я ехал, я обнаружил о том, что у меня машина не едет, пропала мощность. И когда я проиграл в топ-8 Сереге Саку, свалился в нижнюю сетку, мы сняли кулер, чтобы заварить. И нам не хватило времени, потому что везли его в город. Это заняло немножко больше времени, не успели к заездам. Первый раз на белорусском дрифте? Да, да. Как тебе? Кайфанул? Да, максимально. Это последняя гонка в этом году у тебя или еще куда-то собираешься? Ну, скорее всего, нет. Уже никуда не поеду. Ну, в Лагосик там или где еще последняя гонка тут? Последняя, но еще на днях все решится. Конечно, так что все. Хорошей дороги до Москвы. Давай. Стритуха, соревнований, как у вас в Питере, нету. Поэтому катаем такой полулегал. Вот. Стритовые проводятся, но очень редко. А так, в основном, у всех тридцатки на джазете. Вот, все классические. Вот. Ну и тринашки Ниссаны. 13-ки, 14-ки. По городу не катаетесь? Катаемся, но ты знаешь, какой у нас город хороший, какие у нас хорошие условия. На следующий день могут прийти домой. Да, поэтому мы можем вольнуть один кружок, вольнуть другой кружок и разъехаться. Да. Ну, как в Питере, движухи нет. Мы стремимся мелкими шагами. Вот. Но... Стремитесь именно к езде по городу или к организации стрит-мероприятий? Ну, у нас все про. За стрит у нас там, например, мы создали страничку в Инстаграме. За нее мы отгребаем от всех комментарии от про, какие мы хорошие люди. Вот. Ну а что поделать, если бюджет не позволяет катать про, то... а стритухи нет, то приходится хотя бы минимально в городе. Поэтому, ну не хотим, чтобы было как у вас. Скажи про спект тачки. А все стандартное, тридцатка, бустап GZ на кульке, ну все охлаждение сделано. Вот, а рычаги по классике 46-е, запиленные сошки, ну это миссл. Также у меня четырка, единственная в Беларуси на боссе, но она еще не выехала, потому что хорошие люди ее очень долго собирают. Что за люди? Вот. Давай скажем этим людям, они, может быть, увидят себя, мы скажем, люди, что они так делали. Так и здесь все. Да? Все хорошие люди с одной тусовки вместе катаем, и поэтому, когда знаешь, что твоя тачка не собирается, поэтому ты знаешь, что твои ребята катают с тобой. Поэтому, ну скоро выйдем по красоте. Ну и в следующем году приедем к вам в гости уже. Приезжайте.
школу. Я вот смотрю, но не понял, есть такие, которые из одного и за другого хлопают на руки? Есть, да? Последняя гонка в аэропорту, он его разбирают уже. Вот, поэтому, да, такая прощальная, в принципе, удачная для меня, второе место там повоевал. Тут по итогам сезона? Пока первый. Вырвался сейчас на первую позицию. То есть есть шанс стать? Ну, шанс есть, да, шанс есть. Ну, здесь Казань сложное было? Ну, мне вроде нет. Да, я шквалю, кстати, первый, поэтому в итоге, да, нет. То есть ездил, реально кайфовал. Душевная гонка, все, что происходило вчера, там какие-то квалификационные заездания, в предыдущем блоге их, короче, не было. Вы увидели вот как раз-таки вот это закулисье в очередной раз, песню у костра, приятная компания, за этим все в Минск, собственно, и приезжают. Вот, ничего в целом не поменялось, все так же здорово, сетка топ-16 Double Illumination, не так много пилотов, в основном все локальные, вот там с Латвии ребята приезжали. В этом году сейчас не особо что-то кабу видно. К началу сезона там приезжали и Добровольский был, и Габаргин был, и Гочи приезжал. И сейчас, короче, что-то совсем никого не осталось. И вот чисто такой локальный чемпионатик. Ну, это мое мнение, то, что увидел. Это все прикольно, поэтому такой вот для вас короткий отчет с красивыми дрифт-проездами с Минска. Было круто, обязательно приедем еще раз, поэтому пока.